Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы продолжаем играть в игру, которую 300 лет назад играли и потом забросили. Soul Knight. Правильно. Ну что, нажмите, чтобы начать. Новая игра. Новая игра. Все заново, конечно, ребят, придется проходить. Выберите имя. Поздравляем, с завершением обучения. Благодаря этому условию тебе будет легче проходить подземелье. Обучение пройдено, получи самоцветы. Какое обучение? Я еще ничего не проходил. Подожди, а это что? Это моя... А, это моя запись. Это моя запись? Серьезно, что ли? Или нет? Нет, это не моя запись, нифига. Ну? Ну-ка. Так, а что у нас вообще? В общем, погнали. Я пошел, друзья мои, воевать, бомбить. Сохраняя энергию, большинство видов оружия, она используется для стрельбы. Да, я помню эти коварные оружия, когда энергия у тебя кончается, и ты все, ты обделался. Так, а у нас ни уклонения, ничего нету, да? О-о-о. Немножко не на ту кнопку я, ребята, на управление поставил. Готово, говорят. Не на ту, надо немножко переставить. Да, вот так вот оно будет, наверное, поинтереснее. Ну что, я погнал. Угу. Что это за робот несчастный тут бродит, еще ходит. Ой. Да давай ты этого. Молодцы, красавчики. Так, монетки, энергия. Так, пойдем за сундуком, наверное, сбегаем. Да, сундук. Скретч-карта. Зиро. Да в плане зиро. Вы издеваетесь. У меня, а вот, все, я уже думал, оружие забрали. Так, подожди, куда мне надо идти? Здесь-то у нас что, неизвестность, да? Здесь фонтан, колодец желаний. И? Нет у меня больше монеток желаний. Сейчас вот тут глянем. Это уже портал. Это уже портал в следующий, да, этап. Так, выберите бонус. Ну давай, наверное. Так, увеличит эффективность зелий. Так, двойной урон от стихийных пуль при критическом ударе. Посохи наносят больше урона, ну, понятно. Оптоэлектронного оружия и получение иммунитета к урону от электрических разрядов. Ну давай возьмем это. Наверное, как по мне. 1-2. Так, подожди-ка. 10 монет нужно, у меня нету монет. Да ладно. Робот, ну успокойся, ну. Давай сюда зайдем. Посмотрим, что здесь. Фонтан. Опять желаний? Да я знаю ваше желание. Сундук. Ух. Сладкая лесть. Слушай, добротненько так шмаляет. Ой, зачем в яд-то заходишь? Ты посмотри, какая пуколка у меня. Вот это я понимаю, веселуха сейчас была. Да блин. Так, 6 сердечек. Монет 15. Ну, нет смысла. Так, у нас портал. У нас с тобой портал. Заходим. Чтобы выбрать другого питомца, коснись его в жилой комнате. Никого я пока не хочу менять. Заходим. О, помню.
Только вот я не могу понять, разве у меня не должно быть уклонение? По-моему, раньше было у меня какое-то уклонение. Блин, у меня брони не осталось. Что, у меня закончилось электричество? Ой, электрическая энергия. По-другому это не назовешь. Да, у меня энергия закончилась. Та пушка на энергии работала. Смотри, какой здоровый. С копьем все дела. Размазюкали мы его. Так, я... Пойдем посмотрим, что там за сундук у нас. Оу. Потребляет ту же энергию, кстати. Да я даже не знаю. А этот тоже энергию. Блин. Не, я все-таки, наверное, сделаю вот так. Да, я думаю, что так будет, наверное, лучше мне. Так, что это тут у нас? Клетка. Разрушить клетку. Ну, слава богу. Что там? Водяной бак. Такая сладкая. Ага, мы восполнили с тобой бронь. И... Брони и ХП. Так, ну что, я пошел вниз. Просто бегу. Тихо. Блин, взять, не взять. Возьмем, наверное. В мясо моего. Хорошо, 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 влупляем. Котик помогает мне солидно. Так, дальше портал нет. Я, наверное, зайду вот в эту комнатку, гляну, что здесь у нас. Кого здесь желаний, блин. А что у меня за котомка такая? Шесть. Шесть чего? Что это такое, ребят? Нет, зачем? Это не надо. Так вот все это. Блин, зачем я это убрал, ребят? Ничего не поменялось? Слава богу, нет. А то управление мог бы сбить. Ну что, пойдем в портал. И, как говорится, по-моему... Так, что тут у нас? Увеличивает эффективность питомцев и спутников. Увеличивает число комбо-ударов для оружия, способных наносить комбо-удары. Блин, какое-то у меня невезение. Для моей пуколки нету ничего нормального. Тут для посохов только... Только для посохов. В дрибоданище, правильно, так вот. Так вот. Куда ты там, рыцарь? Котейка помогает, молодец, красавчик. Прям порадовал меня. Внизу сундук. Пойдем за сундуком, наверное, сходим. Глянем, что там. Что тут? Пиратская сабля. А нужна ли нам эта пиратская сабля, да? Я думаю, что нам не нужна пиратская сабля. Подожди-ка, а наверху я был? Не был. Куда ты? Тихо-тихо, гаврики. Готово. Так, переключаемся на пистолет и начинаем вот это все вырубать, потому что здесь могут и монетки в этих ящиках быть. Да, Котя? Музыка мне нравится. По-моему, что-то изменилось, ребята, в игре. То ли она стала как-то лучше, что ли.
Там уже фиг знает, сколько обновлений мне было. Так, портал. А вон там что у нас? Я хочу глянуть. Вот здесь вот восклицательный знак. Так. Нанять этого героя. Пойдем, болван. С монтировкой. Пришуганный такой. Ну, ты где там пришуганный? А вот это вот, что у нас вот это вот за ярость? Я вот не пойму. Что-то усиление чего-то, наверное, да? Усиление, может быть, атаки? Что это за огонь вокруг нас горит? Мне, например, пока непонятно. 1.5 комнатка. Пойдем, шуганый. Весь своим порталом сейчас. Ага. Ну где? Арбалетчики тут. По красоте же было, по красоте. Портал надо валить. Блин, брони, брони у меня ребята сняли. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто взяли и сбили с меня броня. Как же так-то? Что за бонус? Статуя паладина. В плане, я ему дал 19 минут. Что он мне за это дал? Ничего, да? Так, готовимся. Поехали. Оу-оу-оу. Фига, он у меня всю броню снес. Да ты серьезно? Энергии нет больше. Все готово, да, разбомбили. Катана. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ух ты, батарея. Блин, сладкая месть, конечно, хороша. Тут не поспоришь. Но, насколько я помню, катаной можно, по-моему, сбивать. Даже не знаю. Ладно, вот так, наверное, оставим. Если что, повоюем катаной. Вау, вау, вау. Так, все по фулке. Зелье энергии, 27 монет стоит. Блин, стоит, блядь, не стоит. Наверное, стоит. Тут топор. Снайперская винтовка, 21 монета, но у меня монет нету. Я думаю, что мне пока этого хватит. Че, вверх-вниз, куда пойдем? Пойдем вниз. На свой страх и риск. Эй. Нормально. Такие разборки тут. Наводим. Готово. Катаная нормаль... Опа, снежная лиса. Что за снежная лиса? Даже не знаю. Сладкая месть меня как-то больше привлекает, если честно. Во-первых, скорострельность опопенительная, это раз. Да и круто все равно как-то она выглядит, это сладкая месть. И название такое, сладкая месть. Что-то быстро тут. Босс. Босс, друзья мои. Что-то... Слушай, я такого босса не видел еще. О-оу. Кто? Ой-ой-ой. Энергия. Бомби, 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 бомби его, парень. Разогревается что-то там. Есть.
Тебе нужно защитить магический камень. Зулан из руин, вот кто это был. Я уж как-нибудь сам разберусь, что мне нужно. Фрагмент чего? Древнего оружия, волшебный синий осколок. Потертый значок, детали. Так, это батарея. Все? Все, кажись. Ну, я тебе скажу, что первый забег меня просто порадовал. Устойчивость к заморозке и дополнительное время заморозки врага. Увеличивает скорость любых оружия. Повышает точность удара и шанс крит урона. Ого, вот это вообще топ. Хе. Согласись. Защитить кристалл, говорит, мне нужно. Большое зелье восстановления. Сладкая лесть. Но скелетон с дробовичками. Я вижу, вижу вас. Ай-яй-яй. Да что ж тут за такой трешняк-то пошел? Это еще не конец. Где он там? Готово, говорят. Слушай, я же вот это могу все тут разбомбить. А то глядишь, что-нибудь тут. Оу! А я не знал, что мне катана это может еще и выпускать такие штуки. Так, сколько? 34 монеты. Большое зелье восстановления. Скретч-карта. Пипец. Зеро. То есть я... А, не, вот она, катана. Фью. Родная, не пугай меня, я уж подумал, что я тебя потерял. А что такое скетч-карта? Мне вот, например, непонятно, что такое скетч... Оружейник. Усили текущее оружие. Давай. Чип брутальности. Брутальности. Теперь у меня чип брутальности стоит в моей пухе. Я думаю, что я буду очень крут. Хотелось бы мне в это верить. Обалденно. Готовченко. Так, ну-ка. Бруньку установили хотя бы. Ну, и на этом спасибо. Поехали дальше. Чтобы выбрать другого питомца, коснитесь его в жилой комнате. Коснитесь его в жилой комнате. 2-2. Пока мне не нужен тот торговый автомат. Да-да-да-да-да, друзья. Ауч. Да хорош. Блин, прижучивает, а? На яде ребята ловят. Все, что ли? Куда пойдем? Вверх, вниз? Наверное, вверх сходим для начала. Нет. Нет, не так. Вначале сходим сюда. Статуя вора. Дать 22 монеты. Но это для воришки, по-моему, статуя делает бафы, а для меня это бесполезно. Так, мужик, у тебя что тут есть? Манночки можешь мне дать? Нифига у тебя ценники-то, ты чё? Ну, нунчаки. Импульс. Да? Нунчаки, импульс. Даже не знаю, что сказать-то. Воу-воу-воу-воу. Мужик, ты, главное, меня не покидай. Напарничек, ты мне нужен. Ты очень хороший напарник. Есть.
Мужик, ты как-нибудь энергию-то накопи себе, а? А то мне будет грустно без тебя, если тебя уничтожат. Ау! Нормально так критовка идет. Насколько я помню, вот этими вот оружием ближнего боя можно, по-моему, пули то ли отбивать, то ли их прыгающий ресальтрон. Слушай-ка. Блин. Видишь, тут у нас две катаки. Так, а этот вообще, ребята, что ли, энергию не тратит? Ну-ка. Да ё-моё, можно? Да подожди, я не понял, а как? Невозможно добавить... Чего? Так, 4, 12... От 4 до 12. Слушай, ну эта пуха будет круче, вот это вот. Ну, видишь, невозможно добавить приспособление. А если так? 4.12. Я, наверное, возьму эту, ребята. Репульсор этот. Блин, а он 4 энергии жрет. Ай-яй-яй, невыгодно. 4 энергии, ребята, жрет. Но это очень дофига. Если этот жрет всего лишь одну, то тот за выстрел 4. Делай выводы. Делай выводы, что буквально там пару выстрелов, все, у тебя пух это бесполезное будет. Что там выпало? Серая лиса. 8 и 3. 3 за выстрел. Блин, я не знаю, как-то и хочется, и колется. Готово, да? Все, энергии у меня больше нету. Что там? Да дофига ты берешь на себя, дофига. Катану мне дай. Так, наверх. А есть ли смысл туда идти? Ну, пойдем, сбегаем, посмотрим. Водяной бак. Все. Сделал мне небольшой хил. С 13 монетами. Что я тут сделаю? Ага, выбор, да? Давай, турель, выходи. Зж, потухло. Турелечка. Ну, зато мы энергии с тобой взяли. Сладкая месть. Лесть. Готовщинка. Топор на длинной рукоти. Нисколечко меня не интересует ваш топор на длинной рукоти. Да запинывай ты его. Что турели ставить здесь? Смотри на этого гаденыша, а. Мужик, ты бы не стоял бы там, где яд. Стой лучше вот ближе ко мне. Прыгающий ресальтрон. Не хочу. Не хочу я ресальтрон брать. Нет, если бы у меня было бы достаточно энергии, да, я бы взял. Ну, 176. Так, выбрать, что тут у нас. С побежденных врагов может выпасть сферы здоровья. Монстры могут взорваться после смерти. Увеличение числа... Не, давай вот это вот, наверное. Возьмем. Может быть, это как-то нам пригодится. Может быть. Торговый автомат. Зелье лечения.
Окей. Блин. Ауч. Да надо же так тупо. Кто там? Я тебя помню. Дерьмодемон. Ёпарасы ты. Офигеть. Бесплатно, да? Типа рекламу посмотрели, да? Это что такое? Фрагмент облика Даоса Мак. Как-то меня так быстро запинали, если честно. Я даже просто ничего не успел среагировать. Просто хоп, и все, и ты уже готов, щенка, лежишь. Шипастые ножи. Большое зелье восстановления. Боюсь, пока мне ничего не надо. Так, мужик, ты главное не это. Куда ты бежишь-то, ну? Да кто ж так мне бомбит-то? Ну вот теперь придется, ребят, бежать. Теперь придется, да, бежать и брать большое зелье восстановления. Другого варианта пока я не вижу. Мужик, нет, не покидай меня, родной ты мой. Все, потерял напарничка, друзья, потерял. Нафиг мне бы это зелье, блин, восстановление. Напарничка потерял. Такой хороший был напарник, такой добрый. Печь для переплавки, спасибо, знаю я вашу переплавку, вы можете дать фуфло. Не, ну может, конечно, дать хорошие вещи, но в основном почему-то дает всякую дребудень. Ой-ой-ой. Тихо. Броня, восстанавливайся, давай быстрее. Это еще не все. Ну как же так, ребят? Ну как так? Начинающий искатель приключений. Да уж, конечно, начинающий искатель, блин, приключений. Так, ну что, подвал, волшебное украшение. Что-то тут нахапали с тобой, нахапали. И вот здесь я отдуплился. Не хватило, ну, буквально малость. А что за подвал? Какие-то штучек мне надавали. Такого раньше я не помню. Смотри. Что, вот все, что я взял. Выбери героя. Нифига. Итак, что у нас тут? Выбери героя, ну. Нажми, чтобы переключиться между обликом и портретом. Открыть, повысить уровень нашего рыцаря, да, получается? Путь развития. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Слушай, вот этого раньше не было. Это что-то новенькое. Да, это что-то новенькое. Повысить уровень. 500. Повысили. Ага, здоровье прибавилось. Здоровье прибавилось, друзья. Тыщенка. Оп. Броня повысилась. Понял? Вот так-то. Ну что, дорогие друзья, думаю, что для первого забега на сегодня будет достаточно. Ух, было круто. Вспомнил молодость, так скажем. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.